Заглядам галоўных падзей за тыдзень, выпуск «Інфаэкспрэс». Пачнем з галоўнага. На Гродзеншчыне участкі гатовы прыняць выбаршчыкаў, паведамілі ў абласной камісіі па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму. Кампанія ідзе згодна календарнага плана, зацверджанага цэнтр выбаркамам. Асноўны дзень правядзення рэферэндуму па ўнясенні змяненняў і дапаўнення ў канстытуцыю 27 лютага. Усяго ў гродзенскім рэгіёне зарэгістравана звыш 730 тысяч выбаршчыкаў. Для іх удзелу ў галасаванні на рэферэндуме на тэрыторыі вобласці створана 608 участкаў. Усе яны падрыхтаваны і забяспечаны бюлетэнямі. Як падкрэслілі ў абласной камісіі па рэферэндуме, галасаванне арганізавана ў строгай адпаведнасці з рэкамендацыямі Міністэрства аховы здароўя, звязаных з бягучай эпідэміялагічнай сітуацыяй. Все необходимые меры приняты, значит, выделены денежные средства для того, чтобы средства индивидуальной защиты были закуплены, они закуплены, имеются на участках для голосования. Не прерывая самого процесса голосования, будет проводиться и проветривание, и санобработка, и все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для того, чтобы как члены участковых комиссий, так и избиратели, которые придут на участки, остались здоровыми. 608 участкаў для галасавання, якія будуць працаваць у рэгіёне падчас правядзення рэферэндуму, 37 закрытыя. Яны размешчаны на тэрыторыі воінскіх часцей, бальніц і санаторыяў і створаны для грамадзян, якія па пэўных прычынах не могуць з'явіцца на адкрытыя ўчасткі. На закрытых датэрміновае галасаванне не праводзіцца, яны адкрыюцца ў асноўны дзень 27 лютага. В день основного голосования по референдуму точно так же можно принять участие в голосовании на дому. При этом до 18 часов 27 февраля в участковую соответствующую комиссию должно поступить письменное, устное, это не имеет значения, обращение гражданина или гражданки о том, что он желает проголосовать по месту своего нахождения, как мы говорим, на дому. И участковая комиссия, не менее двух членов участковой комиссии прибудут туда, и, значит, гражданин сможет осуществить свое конституционное право принять участие в голосовании. Нагадаем, што асноўны дзень галасавання на рэспубліканскім рэферэндуме па пытаннях унясення змяненняў і дапаўнення ў канстытуцыю назначаны на 27 лютага. У гэты дзень участкі будуць адкрыты з 8 да 20 гадзін. На галасаванні выносіцца пытанне, ці прымаеце вы змяненні і дапаўнення канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І 22 лютага ў рэспубліцы стартавала датэрміновае галасаванне на рэферэндуме па канстытуцыі Беларусі, якое прадоўжылася па 26 лютага ўключна. У 19 гадзін участкі закрылі свае дзверы. На Гродзеншчыне ў гэтыя дні працавала амаль 6 сотняў выбарчых участкаў. А пачатку галасавання, як прайшоў першы дзень датэрміновага, у відэасюжэце. Масштабнае меркаванне новаций Конституции и маючага отбыться референдума продемонстрировало, что белорусы як николи зацікаўлены во уделе у грамадско-політичной подеи. Многие вырашили выказать свою волю на самом старте голосования. Головное не застаться у боку и унести особистый уклад у формирования будущей своей краины, говорит Андрей Коршунов, головный тренер Немана, профессийного хоккейного клуба «Гродно», который выступает у экстрализе, наймацнейшем дивизионе открытого чемпионата Беларуси по хоккею шайбой. За шчыльнага графіка падрыхтоўкі да гульняў серыі плей-оф ён прыняў удзел у рэферэндуме датэрмінова. Команда подходит к плей-оффу. Это очень ответственные матчи уже, раунд плей-офф. И здесь как бы уже расписана каждая минута подготовки. В связи с плотным графиком работы и команда у нас сейчас выезжаем на выезд, решил проголосовать досрочно. Я считаю, что участие каждого – это очень важно, и от этого зависит будущее наших детей. За первые годы на выборчем участку номер 71 Гродно у дотерминовом голосовании приняли удел каля 5 десятков громадян. Как свержают эксперты, это довольно высокая явка. На участке зарегистрировано около 2000 жителей.
которые показали себя как активные граждане уже в первый день голосования. Активность проявляют люди более зрелого возраста, которые стремятся сохранить независимость и суверенность нашего государства. У бюллетені усього одно питання – ці приймаєте ви зміни і доповнені у основний закон і два квадрати – за і супрать. Адзнака повинна стояти тільки у одним з їх, інакше бюллетень буде признаний несправдним. З-за епідпотребуванню прибрали і шторки на кабінках для голосування. Гэта ніяк не перешкоджає заховати таємницю волі виявлення. За гэтым на кожному частку пільно сочать назіральники. Графік у нас дуже плотний, все розписано по минутам, ми не можемо и не должны свой пост покинуть, поэтому мы очень серьезно к этому относимся и соблюдаем все правила, следим за правильностью, за ходом событий во время референдума и досрочного голосования. Увогуле организация по высшейшем разраде. А вот чому так важно прийти, не перестают говорить по всей краине. На диалоговых пляцовках, у коллективах, по часу делу у детерминовом голосовании. Ни для кого не секрет, что во всех трудовых коллективах прошли встречи, диалоговые площадки, телемосты. Спасибо и средствам массовой информации, которые широко освещали данную тематику. Наверное, не осталось ни одного гражданина, который хотя бы мельком не взглянул в действующую конституцию, не посмотрел на те изменения, которые предлагается вынести на референдум. И я уверен, что большая часть населения нашей страны придет в день референдума и проголосует за изменения, либо оставит Конституцию в том же виде. Но очень важно, что это движение вперед, движение в будущее. Со стартом досрочного голосования, в принципе, появляется возможность выразить свое мнение и отдать свой голос заранее. Дело в том, что на выходные имеются собственные планы для того, чтобы ничего не менять, не корректировать. Прекрасная возможность приехать и проголосовать заранее. Вот. А второй момент, наверное, каждый должен определиться и сделать правильный выбор, в какой стране ему нужно жить, где будут жить его дети, как страна должна развиваться дальше и какие пути в развитии делать. Поэтому, наверное, это наш гражданский долг – строить это общество и делать правильный выбор. Усяго у Гродненском регионе зарегистрировано свыше 730 тысяч выборщиков. Для их удела у референдуме на территории в области створено 608 участков. У основный же день референдуму, 27 лютого, проголосовать можно будет с 8 раницы до 8 годин вечера. Об календарные подеи до Дня оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь у Гродинской области прошли урочистые мероприемства. 23 лютого – свято усіх, кто мает дочинение до службы у армии, мужчины и жанчын военных профессий, кто зараз выконывает свой воинский обовязок и кто отслужил ветерану. Это свято усіх тих, для кого 23 лютого – символ патриотизму, верности и готовности оборонять свободу и незалежность своей родимы. У областном центре из нагоды Дня оборонцу Айчыны гродинцы собрались в городском парку для подножия мемориала загинулым советским воинам и партизанам. Тут прошел урочистый митинг ушанования памяти солдат, которые отдали свои жизни при вызволении родимы подчас Великой Айчынной войны. День защитника Отечества. Вот здесь мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти и свой святой долг уважения тем, кто своей жизнью заплатил за то, чтобы мы жили на своей земле под мирным небом. И наша святая обязанность помнить об этом подвиге, не только помнить, но и передать эту память следующим поколениям белорусов, воспитать настоящих патриотов, которые и дальше будут обеспечивать безопасность нашей страны и сохранят память о одном поколении воинов, которые своей жизнью заплатили за то, чтобы мы получили возможность жить в своей независимой стране, так как мечтает жить, наверное, любой народ, жить на своей земле и с уверенностью смотреть в будущее.
У год гістарычнай памяці, як было падкрэслена на мітынгу, захаванне праўды аб абаронцах радзімы і ваенных падзеях мае асаблівую ўвагу. Для Беларусі, дзе вялікая айчынная забрала жыцці кожнага трэцяга, гэта важная задача, рэалізацыя якой крыецца ў пераемнасці традыцый і перадачы гераічнай памяці наступным пакаленням. Удзельнікі мітынгу, прадстаўнікі ўладаў, працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў, студэнты, ветэраны у гонар пераможцаў на граніт мемарыяла ўсклалі кветкі і вянкі. Памяць герою вайны была ўшанавана хвілінай маўчання. Завяршыўся святочны мітынг урачыстым маршам вайскоўцаў. Поздравляю всех жителей нашей области, всех, кто уважает этот праздник, всех, кто служит. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, всем нам мирного неба над головой. І да іншых тэм. На гэтым тыдні ў рэгіёне падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за 2021 год. Галоўным паказчыкам і справаздачам была прысвечана пасяджэнне, удзел у якім прынялі прадстаўнікі камітэтаў і ўпраўлення аблвыканкама і Гродзенскага абласнога савета дэпутатаў. Як прагучала, эканоміка рэгіёна спрацавала эфектыўна. Асноўны фінансавы ўпор быў зроблены на сацыяльныя аб'екты і развіццё дарожнай інфраструктуры. Экономика региона показала устойчивый рост. ВРП вырос более чем на 5%, более чем на 16% увеличились доходы консолидированного бюджета Гродненской области. Это позволило не только в полной мере выполнить все социальные обязательства, но и увеличить финансирование инвестпрограммы. В основном финансирование добавлялось на объекты социальной сферы. Это детские сады, школы, поликлиника строятся, продолжается строительство и онкодиспансера. Но плюс увеличено было финансирование инфраструктурных проектов, это местные дороги, ну, соответственно, дорожная сеть внутри населенных пунктов. У 2021 годзе найбольшы рост паказала прамысловасць рэгіёну, без малога 10%. Сельская гаспадарка па выніках года недавыканала даведзены план, але да канца гэтага квартала, як плануецца прадстаўнікам аграрнага сектара, удасца выйці на ўстойлівы рост. За мінулы год налічаная сярэднемесячная заработная плата па вобласці склала больш за 1200 рублёў. Гэта рост на 15% у параўнанні з папярэднім перыядам. Аб'ём інвестыцый, якія прыйшлі ў асноўны капітал в області, склав 3,5 мільярда рублів. Так само для Гродзенщини склався становчий об'єм знішнього гандлю товарами на узровні 16%. На виніковому посядженні були розгляджені задачі і на бягучий год. Заявлено, що у пріоритеті застанеться забезпечення росту економіки регіону, далейше фінансування соціальних інфраструктурних проєктів, запуск нового інвестиційного циклу. При составлении инвестпрограммы области особое внимание уделялось именно объектам социальной сферы. Это и финансирование медицинских учреждений существенно увеличено, существенно увеличено финансирование дорожной сети, как внутри населенных пунктов, так и дороги между районами города, между районами области. Поэтому, наверное, вот это плюс увеличивается финансирование программы «Комфортное жилье». То есть наша задача – обеспечить комфортные условия жизни и работы наших граждан. Это касается и обеспечения чистой водой, и приведения в порядок населенных пунктов, и строительства всех объектов инфраструктуры, как для образования, так и для системы здравоохранения, культуры и спорта. По завершении посяджения были подведены выники конкурсу сярод органов мясцовага самокирования Гродзенской области за 2020-2021 год. Лепшим сельским советам, старостам, уполноваженным селу, агрогородков, вёсок, комитетов территориального громадского самокирования были вручены узнагороды, вымпелы Гродзенской областной ассоциации мясцовых советов депутатов и финансовые заохвочивания. 2022 год для айчыннай сістэмы адукацыі будзе напружаным і насычаным на падзеі. Такую пэўненасць выказаў намеснік міністра адукацыі Беларусі Александр Кадлубай, які прыняў удзел у выніковай калегіі профільнага ўпраўлення аблвыканкама. У першую чаргу гэта звязана з рэалізацыяй норму абноўленага кодэкса, многія з якіх істотна мяняюць падыходы да працы галіны. А па-другое, у год гістарычнай памяці педагогаў і вучняў чакае мноства тэматычных акцый, праектаў і мерапрыемстваў.
У регионе протягиваются и дальнейшее удосконаление материально-технической базы установ эдукации. Заголовных выников 2021-го Гродзенская область заховала ведущие позиции у олимпиадным руху и ЦТ. Юные жыхары региона имели поспехи у самых разных творчих, техничных и спортивных конкурсах и споборництвах, у тем лику международного узровню. Первое место в республиканской спартакиаде школьников, гран-при фестиваля творчества учащихся профессионального образования, арт-вокации. Первое место в республиканской методической выставке литературы. 139 дипломов получили наши педагоги. Это очень высокая оценка труда. Об досягненнях молоди и педагогов на коллегии не только говорили. Ее удельники смогли наведать выставу, якая адлюстровала разные подходы, поспехи и выники деятельности галины. Большинство проектов до года исторической памяти представили школьные музеи. До прикладу, музейный покой 4-й Гродзенской гимназии, який неспынно пополняют вучни и наставники, презентовал опошний здобыток – подшивку газеты «Сталинский пилот» за 1944 год. Есть несколько статей, которые описывают подвиги штурмовиков. Удалось установить, что это летчики, которые летали на Ил-2, 233-й штурмовой авиационной дивизии, которая участвовала в освобождении нашего города, которая проводила очень важную поддержку сухопутных войск на плацдарме западнее реки Неман, как раз во время контрудара танковой дивизии «Мертвая голова». Вот. Достаточно давно изучал этот вопрос. Вот. Значит, написано уже достаточно много материала по этим боям, и вот сейчас очередной источник, очередное открытие, которое, безусловно, мы с учащимся используем для написания научных работ. Усе гэтыя и новые задачи будут вырашацца у сучасных умовах працы айчыннай системы адукации, якія обумоўлены принятием обновленного кодекса. Документ утрымлівае шэраг новоўвядзенняў. Одно из них – новый формат аттестации ведаў школьников. У сувязі с чым великая адказнасць ускладзена на региональную систему адукации, педагогов и вучняў, якія повинны падрыхтавацца до гэтага виду испытаў. На сегодняшний день форма экзамена в виде контрольной работы по математике, либо диктанта, изложения по языкам – это иная форма, нежели тест. Поэтому здесь идет переориентировка на аттестацию в виде тестов в 10-11 классах рядом с контрольными работами, для того, чтобы наши несовершеннолетние успешно прошли впервые в 2023 году это централизованный экзамен, это испытание. У 2022-м будет протягнута модернизация и обновление баз установ эдукации в области. Першесную вагу нададут энергосбережению, обсталеванию майстерняў для предмета «Техничная праца», набытию новых школьных автобусов. Как было гучано на посяджении, у бягучем годе повялишится узровень заработной платы педагогов. Крыниц для этого некалькі. Одна из них – доплаты, которые уведены с 1 студеня 2022 года классным керовникам и кураторам групп установ прав техэдукации. І на гэтым жа тыдні прагучалі галоўныя накірункі развіцця спартыўнай галіны прынёмання. Актыўная павестка дня была абмеркавана з удзелам Вячаслава Дурнова, першага намесніка міністра спорту і турызму Беларусі. Як прагучала на выніковай калегіі профільнага ўправлення аблвыканкама, у рэгіёне ў 2022-м будзе зроблена стаўка на развіццё фізічнай культуры. Таксама застаюцца пытанні па падрыхтоўцы да алімпійскіх гульняў у Парыжы і ўдасканаленні матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў рэалізацыі маштабных спартыўных проектов. Посяджэнне выніковае на павестцы дня шэраг задач. У абмеркаванні надзённых пытанняў і перспектыў прымае ўдзел першы намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Вячаслаў Дурноў. На пачатку аб галоўных стартах 4-годзя да іх засталося ўсяго 2,5 гады. 2,5 года всего лишь до Парижа. Сейчас верстаюцца каманды. Итогі летніх видов спорта мы уже подвели, разработали определенные концепции развития всех видов спорта. И то, что сборные сформированы, включились в работу, это все понятно. Но наша задача сейчас посмотреть на, не только на Париж, но и на будущее. А будущее где заложено? Будущее заложено у нас в наших детских школах, в наших училищах Олимпийского резерва, в наших центрах. Поэтому сейчас вот на этот делаем большой акцент. Физичная культура, спорт и туризм, справоздача деятельности областного управления и подразделения удается по всех напрямках. Оценка многих накерунков от представника профильного министерства становчая. Ну, Гродненская область всегда была и славилась своим потенциалом, но
Мы сейчас буквально вот анализ за последний год 11 медалей завоевано на чемпионатах мира. Но если посмотреть немножко глубже, то в олимпийских дисциплинах только 3. Поэтому надо сделать небольшой акцент и в эту сторону, и посмотреть, что мы развиваем и куда вкладываем основные средства. Оценивают и мероприятия, проведенные у 2021 годе, а это 1400 проектов, у которых приняли удел больше за 200 тысяч человек. Становчая оценка о работе в этом направлении дается Лидскому, Островецкому, Ашмянскому, Щучинскому, Гродинскому районам в области. Многие регионы подключились к проведению массовых мероприятий, спортивных, зрелищных, скажем, в режиме уже шоу, потому что мы считаем, что это основная тенденция в настоящее время делать зрелищное массовое мероприятие. Успешно проходят такие мероприятия, как Щучинская пятерка, Ашмянская десятка. Это водные марафоны по Августовскому каналу. На высоком уровне прошло мероприятие в Итоке в Лидском районе. Поэтому считаем, что таких мероприятий должно быть больше. Певные поспехи и у туристической галине. Экспорт таких послуг, по словам специалистов, у регионе у 2021 году склал 7,1 миллионов долларов США. Это 162% у сравнении с 2020 годом. Как было подкреслено на коллегии, во умовах, коли безвизовый уезд поставлен на паузу, активно развивается внутренний туризм. Очень большой интерес внутреннего туриста, тем более, что город Гродно и Гродненская область приросла новыми памятниками архитектурными. Все видели открытие старого замка, который уже посетило огромное количество наших с вами соотечественников. И действительно, мы увидели мобильность наших граждан в летний период. Все билеты на теплоход в Августовском канале были раскуплены, проявили себя очень хорошо агроусадьбы. Безусловно, мы увидели интерес внутреннего туризма, и сегодня будем ставить задачу всем районам Гродненской области для того, чтобы увеличили туристический потенциал. Апроч туристичного направку, протягне развиваться спортивная материально-техничная база, якая даст необходимый подморок для реализации широкомасштабных проектов. Сегодня у регионе функционирует 3285 спортивных объектов. Тягом 5 годов плануется провести работы на 27. Ведется будовництво крытой ледовой пляцовки у Островцы, реконструкция стадиона у Волковыску. Не обминуть увагой и Гродно. Тут початы проектные работы мультифункционального комплексу. На днях запланировано открытие залы для настольного тенниса. И на этом тыдні в Гродні открыли специализованную залу настольного тенниса. И она станет головной базой для тренировок молодых спортсменов, выхованцев областной школы олимпийского резерву имя Александра Сапеги. Как было отзначено под час урашистой церемонии открытия, введение нового объекта в эксплуатацию стало магчимым дякуючи метовому выкористанию нескольких крыниц финансования. У тым ліку республиканских и областных бюджетных сродков. Бюджетные деньги, деньги те, которые выделяются на спорт, тратятся не зря. Они тратятся как раз на развитие детей, на развитие спорта, на те цели, которые необходимы нашим гражданам, особенно когда жизнь сосредотачивается в городах. Рядом с местами жительства появился хороший спортивный зал, где, я уверен, будут тренироваться с удовольствием ребята и достигнут хороших результатов. Гоноровыми гостями урочистости «Червоная стужка» была перерезана у зале площадью 650 квадратных метров. Полный час даденное помешкание не выкористовывалось, а теперь это новый спортивный объект. Тут разместились 12 столов для гульни у настольный теннис. Как подкреслили присутные, открытие сучасной залы стало чаканым подарунком для выхованцев и тренеров областной СДЮШАР имя Сапеги. Спортсмены Гродненской области заслужили этот спортивный зал своими результатами, своим отношением. Они постоянно дают хороших спортсменов в состав национальных сборных. Известные спортсмены за всю историю, такой как Зеленко Владимир Григорьевич, который первый мастер спорта вообще в Республике Беларусь. Известный тренер Культиясов Юрий Константинович, которого, в принципе, сегодня с нами жаль, конечно, что нет. Не дожил до этого дня. Заслуженный тренер Республики Беларусь. И очень известные спортсмены, как Карагодина, Дубкова. Сейчас хорошее очень поколение подрастает.
64-го года у нас только на базе школы развивается настольный теннис, и все время эта подготовка велась в каких-то приспособленных помещениях. А сейчас, видите, у нас появляется свой собственный зал. Даже с учетом того, что мы вели в приспособленных помещениях, мы показывали высокие результаты. Сейчас, конечно, у нас открываются еще более новые перспективы, и в том числе по отбору новых учащихся, по привлечению детей в настольный теннис. И, может быть, мы как раз этим и зацепим тех самых звездочек, которые станут будущими чемпионами. За змену у этой зале смогут займаться около 40 навученцев. А у всего отделения настольного тенниса у школы наведывают свыше 200 молодых спортсменов. У активе многих перемоги и призовые места на внутренних и международных споборництвах. Как выказывает уполненность тренера Зюшар, сучасная тренировочная база станет для юных теннисистов принимания мощным стимулом до достижения новых вершин. И нагадаем, что этот тыдень пошелся с пригожей календарной подзеи. 21 лютого означался День родной мовы. Жыхару Гродинской области у всех узростов и профессий объединяла агульнореспубликанская акция «Усебеларусская диктовка». До мероприемства долучились и у областным выконавчим комитете. Подтвердить узровень володания родной мовой выказали жадание специалисты разных отделов, управлений и комитетов облвыконкама. Таким чином на диктовку пришли около 40 супрацовников. До слова, автором тексту каждый год становится ведомый письменник. Все лето был обраны Анатолий Кулаковский. Его твор «Музей поэта» аудитория читала наставница высшей категории белорусской мовы и литературы 10-й Гродинской гимназии Ирина Мелешко. Сам текст, он, конечно, рассказывает про нашего знакомитого песняра, про нашего национального поэта, классика нашей литературы, а так само, конечно, про человека, який стоял ли в итоках национальной литературной мовы, про нашего Янку Купалу, який, ну, все свое житие отдал служению своему народу, своей родиме, и який огромную количество творов написал, присвященных восьминовито нашей мове, нашей краине, нашему народу. Ну и в уголе выказал у этих творах всю свою любовь до нашей национальности. Для диктовки обрали довольно простый текст, бо головный сенс усебеларускай акции – не проверка письменности и выставление оценки, а демонстрация поваги до родного слова, доброхотная подтримка инициативы. А у год исторической памяти такая миссия мае особливое символичное значение. Я считаю, что это очень важно для человека, наверное, все-таки для каждого гражданина Республики Беларусь. Знать свой язык, владеть им, возможно, максимально где-то использовать нашу мову. Мы вот этим сохраняем ту историческую память, которая должна быть у белорусского народа. И отрадно, что вот диктант в этом году будет все-таки посвящен вот этому, наверное, мероприятию, году исторической памяти, потому что мы, как белорусы, должны помнить, знать и свои традиции, и свою культуру, и, безусловно, свою белорусскую мову. Белорусская мова – это наша память, то, как мы относимся до своей мовы, как мы гоноримся ее, это эквивалент того, как мы относимся до нашей истории, до наших предков. Еще старожитный ученый Платон говорил, что человек, который не ведает истории своих коренев, еще не народился. Усебеларускую диктовку подтримали все районы Гродинщины, а наибольше массово она прошла у областным центре. Обранный текст писали офлайн и онлайн, эстафету письменности подхопили школы, гимназии, лицеи, громадские организации и объединения ВНУ Гродно. До прикладу, у областном институте развития эдукации за импровизованные парты сели выкладчики, слухачи и супрацовники установы с одной метой – долучиться до сусветной инициативы по подтримке и содейничине развитию родной мовы. Та слово означается этот день с 2000 года. За апошние несколько год белорусская мова проявляет высокую ступень життевости. Активно уходит у новые сучасные сферы ужитку, например, у интернет-простору. И это свечит про ее реальную запотребованность, про жадание людей користаться белорусской мовой. Сегодня литерально у каждого есть чудовная махчимость долучиться до родного слова, до одной из напевных, милогучных, пригожих и ласкавых мов у свете.
И у рамках Дня родной мовы прошла купаловская диктовка, написать якую выказали жаданий больше за 1000 человек. И не только студенты ведущего региона, але и навученцы школ, колледжа, наставники, спортсмены, замежные студенты из России и Китая, супрацовники посольства Беларуси с Поднебесной, работники дзярж органов. Одним словом, у 4-й год своего проведения мероприемства отримала надзвычай масштабный и представничий удел. Старичной памяти знакомитый верш спадчына, які не аднойчы спеты, прачытаны, пераведзены на сотні моваў свету. Менавіта гэты твор песняра беларускага слова Янкі Купалы сёлета быў абраны для напісання купалаўскай дыктоўкі. Чытаць сённяшнюю купалаўскую дыктоўку – гэта вялікая адказнасць і вялікі гонар, па-першае. Таму што такая магчымасць выпадае не кожнаму чалавеку. Усё ж такі я лічу, што сённяшняя дыктоўка – гэта паказальнік таго, што мы ўсё ж такі купалаўцы і гарадзенцы прытрымліваемся і падтрымліваем вывучэнне роднага слова, роднай мовы на працягу ўсяго нашага жыцця. Дякуючи тому, что купаловская диктовка сёлета проходила у новом формате, долучиться до яе змог кожный жадаючий. Акрамя того, трансляция вялася дистанційно, а агульная колькасть удельников по приблизных подліках склала 1000 человек. К участию пригласили студентов, которые изучают белорусский язык в Московском государственном университете имени Ломоносова. У нас подключаются к нам студенты китайских университетов, которые изучают белорусский язык у себя в стране, ну и также посольство Республики Беларусь в Китае. Будут и представители спортсмены, которые подключаются, школьники со школ, колледжи нашего университета, студенты нашего университета. Ну и мы очень рады приветствовать наших друзей. Это руководство города и представители вот именно Гродненского районного исполнительного комитета тоже примут участие в нашем мероприятии. У гэтым годзе універсітэцкая дыктоўка была асаблівая. Яна аб'яднала тры важныя падзеі. Па-першае, як заўсёды, яна прысвячалася Дню роднай мовы, святу, якое азначаецца ва ўсім свеце. Па-другое, 140-годзе з дня нараджэння вялікага класіка Янкі Купалы, імя якога носіць установа. І па-трэцяе, традыцыйна купалаўская дыктоўка прысвечана Дню нараджэння універсітэта, якому сёлета спаўняецца 82 гады. И на этом наш выпуск завершен. Дякую за увагу и приемных вам выходных.